Шалом, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем нашу тему. Сейчас мы рассмотрим еще одно слово, которое думаю вы все знаете. Но мы рассмотрим не просто слово, а корень этого слова, потому что на иврите он имеет очень много разных значений. И это слово Аминь. Я уверен, что многие из вас почти может быть даже не один раз в день употребляют это слово. Мы все его используем при молитвах. Мы все его используем при восклицаниях, когда мы с чем-то соглашаемся. Но понимаем ли мы на самом деле его значение? Почему «Аминь» оно названо именно так, а не по-другому? На иврите это звучит немножко по-другому. На иврите это амен. «Амэн» — это происходит из корня трех букв. «Алиф», «Мэм» и «Нун». И вот из этого корня есть очень много слов в иврите, подобные слову «Аминь», «Амэн». И вот о них мы сейчас поговорим с вами. И первое из них – это слово «Омэн». «Омэн». «Омэн» на русский переводится как «нянька» или «воспитатель». И я хочу прочитать из книги «Чисел», 11 глава, 12 стих. Число 11 глава, 12 стих. Здесь идет разговор между Богом и Моисеем. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа, всего? Разве я носил в очреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты, твой, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты склятвую, обещал отцам его. Вот слово «омен» — это на иврите, с иврита, точнее, переводится как «нянька». Почему «нянька» и какая связь вот с этим корнем, и какая связь вообще со словом «аминь» и с другими словами? Вот этот вот корень «алев мем нун», он, его значение — это стабильность, постоянство, устойчивость. И оно выражается очень часто в действии, или поведении, или обещаниях, которые все время прочно стоят, которые очень устойчивы, которые будут исполняться. Почему тогда омен слово, которое переводится как нянька, как оно связано вот с этим вот значением? Мы иногда думаем, нянька это просто тот, кто заботится о ребенке, дает ему есть. Может быть, если ребенок очень маленький, то меняет ему подгузники. Но на иврите нянька это что-то более того. Нянька это тот, который помогает младенцу с ранних лет, заботясь о нем, встать на ноги, чтобы тот мог прочно ходить, чтобы он мог ходить устойчиво и правильно, и не только физически, но и в духовном плане, и в эмоциях, и в морали, нянька или слово омен на иврите, это как раз тот, который поднимает человека до определенного уровня, пока тот не станет стабильным и устойчивым и может уже совершать свои действия сам по себе, без того, который его воспитывал. Вот в этом слове омен мы видим вот эту вот устойчивость или стабильность или постоянство. Другое слово это оман, Оман на иврите это художник. Честно говоря, я не очень понимаю, почему художник связан вот именно с этим выражением. Но может быть в древности художник он совсем имел другое значение, чем он имеет сегодня. Поэтому я не хочу в это углубляться. Другое слово на... из этого же корня это омнот. Омнот это столбы. И понятно, столбы они стоят не которые просто на улице, но это имеется в виду те столбы, которые поддерживают что-то, которые поддерживают здание, которые поддерживают, может быть, храм или что-то подобное. Именно столбы происходят от этого слова. Почему? Потому что они стоят стабильно, и они что-то держат, они очень устойчивые. Вот именно в этом корне выражается устойчивость и стабильность этих столов. Есть также духовное понимание. Мы говорили сейчас немножко о корнях этого слова, который выражается в материальном мире. Но есть также корни. Из корня этого слова «Алиф мем, Нун» происходят слова, которые имеют выражение духовно. И одно из них, мы про него с вами уже говорили раньше, это слово «Эмет», это «Истина». И мы рассматривали, что это значит. Мы говорили про буквы, как оно написано, что все идет в полном порядке, начинается от самой первой буквы алфавита Алиф и кончается последняя буква алфавита Тав, и Мем есть посредине средняя буква алфавита. Есть порядок в этом слове, Эмет, истина. Но хочу показать вам кое-что еще, о чем мы в прошлый раз с вами не говорили, что буква Алиф, которая символизирует Бога, которая символизирует вот эту вот часть правды, истины, если мы ее убираем из этого слова, то то, что остается, остается мед. Слово мед. На иврите слово мед это значит мертвый. Когда алиф, буква Бог, что-то духовное выходит из истины, то остается только смерть. Другое слово, которое очень распространенно в Писании, и я думаю, что оно очень важно для каждого из нас, это слово «эмуна», Эмуна – это вера, и все Писание постоянно говорит о вере. Мы читаем, что про Авраама сказано, и вера вменилась ему в праведность. Почему вера, как вера выражается вот в этом корне Алеф-Мем-Нун в этом значении? Мы иногда думаем о вере, что это когда ты просто во что-то веришь, ты что-то просто принимаешь таким, как оно есть. Но вера – это что-то больше того про Авраама сказано, что его вера, она была не просто так, что он поверил, но он что-то делал. Мы читаем, что вера без дел мертва. И вот вера, которая выражается в постоянных делах, в доверии Господу, в постоянстве Господу, когда человек в постоянстве идет и исполняет Божье Слово, вот это выражается верою. Написано, что вера — это уверенность в невидимом и ожидание, что оно исполнится. Ты ожидаешь, ты с постоянства ждешь, что то, во что ты веришь, оно должно воплотиться в твоей жизни. Что-то невидимое, оно воплотится. И вот это вот постоянство, вот эта вот уверенность, она как раз и обозначается словом вера, эмуна на иврите. Очень интересное есть место, оно написано в Исходе 17 глава, Исход 17 глава, 10 стих, с 10 стиха. «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и положили под, под него, и он сел на нем» а же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Знаете, это удивительный стих, написано что «руки Моисея, они были подняты до захождения солнца», но на иврите стоит совсем другое выражение, там не написано что «они просто были подняты до захождения солнца», там написано что «и руки Моисея, они были верою». И здесь мы видим совсем другой смысл. Мы видим более глубокий смысл. С одной стороны, если мы понимаем значение корня алиф мем нун, которое значит стабильность или устойчивость, то руки Моисеева, они были всегда подняты вверх, они держались. Но именно когда мы вкладываем смысл также самого слова вера, то это вот доверие к Богу, что я буду их держать, в вере. Я буду держать, потому что я знаю, что Бог сделает что-то для моего народа. И вот эта вот уверенность в том, что Божье обещание должно исполниться, что Господь должен что-то сотворить. Моше, Моисей, он держит свои руки постоянно вверх. Он держит их перпендикулярно все время. На русском мы совсем не видим этого значения. Руки были подняты до захождения солнца. Но когда мы читаем, что его руки были верой, мы получаем совсем другой смысл. Мы начинаем понимать, что здесь что-то есть внутри самого Моисея. Здесь есть что-то больше, чем физическое действие, а именно что-то внутреннее и вот это вот доверие и уверенность самого Господа. А теперь слово «Амэнь», «Аминь», как мы называем на русском. «Амэнь» — это соглашение, это когда я с чем-то соглашаюсь, но не просто соглашаюсь, а произносят Амен как раз в том случае, когда я говорю, что я с этим согласен, и я хочу, чтобы оно исполнилось в постоянстве во веки веков, чтобы оно в продолжении действовало. Те слова, которые ты мне говоришь, и я отвечаю на них Амен, я, значит, хочу, чтобы они исполнялись на протяжении моей жизни. Это не просто что-то, ответ «да», я согласен. Нет, но это что-то более того, когда я хочу, чтобы твои слова, они как благословение распространялись в моей жизни и воплощались в моей жизни именно на период времени. Именно чтобы они в действии проходили вперед, как устойчивые и стабильность. Именно вот это вот значение слова «Амэнь». И не раз Иешуа он употреблял слово «Амэнь», и когда он хотел показать что-то очень очень особенное, то он употреблял его в дважды, и он говорил амен амен говорю вам аминь аминь говорю вам. То есть это значило что то что он сказал, те слова которые были произнесены, они обязательно исполнятся или они уже исполнились в свое время и продолжают еще исполняться. Вот это вот смысл корня алиф мем нун и слова аминь. Есть еще одно слово, которое происходит также из этого корня. Это называется ⁇ Амана ⁇ Амана на иврите переводится как завет или договор или соглашение. И очень часто это слово очень распространенное, даже среди школьников, среди людей, которые подписывают какое-то соглашение. И соглашение... Даже из этого слова на русском мы уже можем понять, что это значит. Это что-то, что я подписал, это что-то, что я договорился с кем-то, что будет продолжаться на протяжении определенного периода времени. Поэтому очень важно понимать, что когда мы говорим вот об этом корне, и неважно в каком слове оно выражается, алиф мэм нун, в особенности вера, это что-то, что продолжается, это что-то, что действует наперед, это не что-то одновременное, это не что-то одноразовое, когда я сказал ⁇ Да я верю ⁇ Нет, это намного больше, когда ты должен идти за Господом в своей вере, в уповании, в послушании перед Ним. И тогда Бог будет совершать что-то в твоей жизни. И чтобы закончить, говорить о букве Алиф, многие, может быть, спросят, Почему же, если буква Алиф, она настолько сильно важна, почему же Писание не начинается именно с этой буквы? Почему Писание или бытие начинается совсем другой буквы, а не с буквы Алиф? Это очень логично было бы, что если буква Алиф символизирует самого Бога, если буква Алиф символизирует первого, то почему же Писание не начинается с этой буквы? Но я хочу привести вам другой немножко пример. Потому что именно первая заповедь из десяти, которые дал Господь, она начинается буквы, с буквы Алиф. И в исходе 20 глава там написано, на иврите оно звучит так, «Анохи Адунай Элоэха». «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И вот это вот слово «Анохи», «Анохи» это значит «Я», но на высоком иврите – на иврите, который используется, библейский иврит, который используется в Писании, Анохи, оно начинается с буквы Алиф. И Бог говорит, Я, Я Господь, Я Твой Бог, Который вывел Тебя из Египта. И вот эта вот первая заповедь, в которой Бог провозглашает самого себя Твоим личным Богом. Она очень важна для каждого человека, чтобы ты мог понять, что Бог, Он твой личный Бог что Бог, Он тот, который выводит тебя не только из физического рабства Египта, но и из духовного рабства, в котором содержатся многие люди до сегодняшнего дня. Он твой Бог, Анухи, Я, Господь Бог твой. Я на этом хочу закончить нашу сегодняшнюю встречу, и спасибо, что вы были с нами, и на следующем уроке мы поговорим о следующей букве, Букви Б. Всего доброго.